Все, мам, пап, пока! Передайте дяде Васе с днем рождения! Пока! Все, ладно, пока, девчонки. Мы будем утром. А как уроки-то делаете, ложитесь спать, потому что завтра школа вам. Хорошо! Пока! Девчонки, знаете, что это значит? Мы будем тусить до утра! И будем друг друга дубасить по душе. А потом будем ревить над фильмом. Да. У меня есть идея получше. У нас в районе проходит очень крутая дискотека. Будет саунд-диджей Маршмеллоу. Вход только по приглашению. Строгий дресс-код. И самые крутые парни школы. Круто только как мы туда попадем. Ребята, сила Эйка поможет Ксюше достать билеты на вечеринку. Скорее жми. 3, 2, 1, ВСБР. Ты сомневаешься в моих силах? Стоп, начало через час. Ну тогда чего ждем? А что не так в этом костюме? Слово дресс-код. Тебе что-нибудь говорит? У меня есть косметика и голубое платье. Ну вот, отлично. Мама там список дел написала. Будет чем заняться вам. В смысле список? На холодильнике висит. Нифига себе, пап. Ну, у меня же дедушка. Ну вот, все вместе сделайте. Все, люблю, пока, целую. Мой план сработал. Да, привет, дорогая. Дождь. Заканчиваю сегодня вечером весь список, а то я закончу. Конечно, я же ответственный человек. Иху! Че молчишь-то? Илья, что, Илья? Это же твои дела. Мы, давай сделаем так. Ты быстренько все сделаешь и придешь к нам. Да. А мы пока танцпол разогреем. Ага. Познакомимся со всеми и будем тебя ждать. Делов-то. Да я же до утра не управлю. Тогда отдай свое платье. Что? Мои подруги. Все сторис в Инстаграм. Обновлений нету. Кто ты? И я! Красная!
Я попкорн зачем? Чтобы смотреть, как я головой бьюсь. Окно открой. Ой, извините, сейчас. Начнем сначала. Илья, крестная фея. Да ты целый крестный фея. Я бы тебе посмотрела бы, если ты жрала бы все, что наколдуешь. Подожди, подожди, ты что, как в мультике поможешь мне попасть на бал? И что, прям все дела за меня сделаешь? Ну, ага, да. И платье мне наколдуешь. Ага. И на карете поеду. Да. Слушай, а может, ну его, этот бал, может, ты мне миллиончик наколдуешь? Я не колдунья, я фея. Ну тогда нафиять. И нафиять тебе так много? Ну, я тогда куплю себе много. Так, что? У тебя в твоей страховке четко сказано, смотри. Транспорт, платье, туфли и отправка на дискотеку. Все. Ладно, давай платье. И так, платье. Хорись. Так, нужно что-то яркое, креативное, привлекающее внимание, чтобы все смотрели на тебя. Только на тебя. Да. Точно. Пончики, пирожные, целлюлит и лишний вес. Это что такое? А что не так? Ярко-ярко, креативно-креативно. Запомнится? Запомнится. Это ж пацанский костюм. Причем большой. Ну, подумаешь, немножко пошумей. Никто не заметит. Зато тебя стопудов все увидят. Ты станешь звездой. Звездой Ютуба. А что? Тоже вариант. Ты станешь блогером. Сейчас так модно. Еще благодарить будешь. Я уже блогер. О, не за что. Да-да-да. Давай нормальное платье колду. Вот же капризные подростки. Так, ладно. Когда подумать. Так, нужно что-то милое, но при этом не очень яркое. Ай, что бы это было? Девчачье. Хорошо, девчачье. Воздушное, легкое, нежное. Подойдет? Ага. Просроченные пончики, молоко и огурец. На красную ярию пью. Ты издеваешься? А что не так? Розовое, девчачье. Все, что как заказывал. Милое. Ну, ёжимся. И как я танцевать буду? Ты прекрасна, мое дитя. Платье! Сделай мне платье, блин! Мне не нравится твой тон. Попроси вежливо. Пожалуйста. Хорошо. Сейчас. Кажется, отрядился. Я так и знал его поставить, когда из дома выходил. Еще фея называется. Держи туфельки. Хрустальные. Хрустальные. То есть, если принц Пупин, парень, наступит мне на ногу в танце, то бал продолжится в больнице. Спасибо. Потерять. Запомни, когда убегаешь, не беги слишком быстро, держи темп.
И аккуратно бросаешь так, чтобы оно не разбилось. Главное, чтобы никто не спалил. За что мне это? Мне уже пора ехать. Карета у тебя хоть есть? Лучше. У меня есть тачка. Вот, мой красавец. Может, на тыкве надежнее будет? Не переживай. Я тебя отвезу. Только так немного толкнусь. Ты еще и толкать будешь. А ты водить умеешь? Нет. Куда ты толкаешь? Офигеть. Ты хочешь попасть на дискотеку или нет? Машина сама себя не заведет. Долго еще, что она не заводится? Сейчас, сейчас! Может, на такси лучше? А вот сейчас, что? Ага, подожди еще немножко! И-и-и-и! Мы приехали! Все, я пошла. Стой! Помни, ты должна вернуться до того, как пробьют часы 12. Почему? Мне 12 на работу. Надо толкать машину. Крёстная фея! Крёстная фея! Я стал большой. Ты же. Ну что, это же я грубо. Я не колдую! Ой, господи! Ты не страхован от несчастного случая! Вот и чего! Я! Пум-пум-пум-пум-пум!
Стой! Вот. Держи туфельки, невидимая рука, подай мне их. Спасибо. Рапунцель забрала. Она, это конечно... не Рапунцель, это Аврора. А у Авроры забрала. Долго сопротивлялась. Но, а я снижаю туфельки здесь.